Приветствую вас, друзья! Благодарю, что вы со мной. И огромное спасибо за поддержку. Мы уже как-то говорили с вами, что одежда для человека, для современного человека, это как вторая кожа. Без одежды никуда абсолютно. Ну, разве только что на пляж. Одежда – это наша защита. Это наше здоровье. Одежда сохраняет нам тепло. И одежда, опять же, для современного человека, ну, это красота, можно так сказать. И очень многое зависит от того, вот как мы относимся к одежде. Что мы чувствуем по отношению к ней. Потому что, как правило, на это мало кто обращает внимание. Я расскажу сейчас о очень полезной практике, о простой практике. Она связана с носками. И эта практика поможет сделать так, что ваши ноги будут меньше болеть и уставать. Что для этого нужно? Ну, во-первых, вот каждый день, ну а точнее каждое утро, всегда надевайте только свежие носки. Я знаю, многие так и делают. Но есть люди, которые носят носки там по 3-4 дня, даже по неделе. Этого ни в коем случае делать нельзя. Это не полезно для ног. Это крайне вредно. А во-вторых, когда утром надеваете носки, свежие носки, сделайте этот процесс таким осознанным. Превратите его в небольшой такой ритуал. Надевая носки, чувствуете, что вы словно не носки надеваете, а некую защиту на ноги, как оберег такой. И при этом, осознанно понимая смысл каждого слова, произносите вот этот заговор. Как в носках свежесть, так и в ногах легкость, да здравие, истинно. И в течение дня, вот раза два-три, просто вспоминайте об этом. Вот чувствуете, что на ваших ногах не носки, а оберег, защита. И мысленно вот те же самые слова, этот же заговор произносите. Можно шепотом, можно мысленно. 2-3 раза в день будет достаточно. И очень скоро вы заметите, что ваши ноги стали более легкими. Они меньше устают. Больше силы в ногах. То есть ваши ножки вам скажут спасибо. Вот такая вот очень простая и очень полезная практика. И еще, друзья. Вот есть два признака, которые могут указывать на то, что на человеке крадник. Ну, это такой негатив. Вот что это за признаки и как этот негатив убрать самостоятельно? Обязательно посмотрите видео, которое сейчас во всплывающем окне. Там все подробности. Благодарю вас за внимание.